Всем доброго дня. Сегодня очень хорошая погода. Солнышко постирали немного. Я хотела бы котесла помыть. Во-первых, у нас были работы. Во-вторых, еще много волос остался басить, много раз лежал. Да, и хотелось бы это все промыть, навести порядок. Хочу сначала так хорошо. Да, и манежек помоем. Да, и манежек помоем. Окна хочу помыть. Как раз сегодня такая хорошая погода была. Большой... Доля, прекратили. Ты сейчас намочишься. Вы очень сильные дождь у нас. Я сначала хорошо намочу, а потом уже намочу. И все окна у нас практически в этом. Грязные. Дождь был с песком. Ну, я хочу немного так. Потому что не знаю, как кто-то стоит. Потом стирать. Да, вот. Нет, сегодня уже берут. Вера хотела забрать вещи сегодня. Доля, Доля, прекрати дурака валять. По крайней мере, я сейчас будет валять. Вот так не может и Доля успокоиться. А 17 ходит за водой, я не знаю, что будет валиться. Марш. А завтра Коля с папой хотят поехать по грибы. Кстати, было очень хорошо, было 2 дня одна дочь. Я думаю, что, наверное, грибы будут успокаиваться. У нас так весело, что хорошо, что щенки спят. Я поубирала, и все спят. Открыла окошко, и пока все. Можно хоть что-то сделать. Они бегают по квартире, что это невыносимо ничего делать. Да, Миш? Да. Я очень щенки лазил по квартире, хотелось... Трудно что-то делать. Надо, чтобы кто-то смотрел, потому что они тоже не бегают везде. Один этаж был, вот такая книга, это, конечно, кошмар. Так. Сейчас мы это все сполоснем хорошо. Да. И даже еще сделаю это вот так. Надо будет больше вымыто и чисто. Да, мне не было работы, делали только пыли. Хорошо помыть. Солнце оно как раз высохло хорошо. Не знаю. Подождите, чтобы у меня было чисто, порядок. Мне даже лучше прямо такая маска не было. Но порядок был будет. Я так здесь все рассчитала. Андрюша, а папа машину моет вообще? Он вчера по грязи ездил. Сейчас вот это вот, я же еще на один делаю это, тыкву. Сейчас делаю тыкву, отбивные тыквы. Обязательно, они очень быстро делаются. Я даже не знала. Ну, я думаю, что не получится очень тыкву. Там очень мало ингредиентов, очень мало это, состав. Можно это сделать. Тыква не каждый раз бывает, один раз в год. Она же... Сейчас как раз у нее период ее. Так, а теперь мы хорошо сполоснемся. И пускай, сейчас я хорошо сполосну. И пускай они все спокойно. Засыпают. Засыпают, да. А потом помою манеж. Да, Доль, манеж, скажи, сейчас ты намучишься. Потом что будем делать? Смотрите, не хочет. Ну не хочет, смотрите. Они высохнут за целый день. Там уже на террасе, даже если доки, мы его закрываем терраску. Уже так сильно мы не работали, как и с землей делала. А так вот все. Грязное. До сих пор еще здесь шерсть, потому что собаки такие люди спать здесь на террасе, да, Андрюш? Очень любил. Это для него это было трудно загнать дома, он так любил на улице находиться. И в креслах любил спать. Все-таки свобода это важно. Что для животных, наверное, то же самое, что для человека.
Положила в этот манежик, потому что невыносимо было. Где Виля наш? Он уже упал. Виля уже спрятался. Еще мы там детей сейчас не побудем? Не-не, он на той стороне на кресле. Ты в этом уверен, пап? Да, он его сидел за углом. Ну, смотри, Саша любитель погонять детей. Не-не. Воспитывать их. Играется с ними очень, особенно вечером сегодня. Смотри, он очень много сейчас с детьми играется. И когда они на него нападают, он даже их боится. Ну, с пацанами у него особое. Особое это. Оля, успокойся. Все. Закончили? Вот так. Все, сейчас мама хорошо сполоснет. И повесим это все. Наверное, на один из них. С ума сходит и все, Та доля, папа забрал у меня мочалку, нет? Не забрал, папа, мочалку. Возьмем по бокам. Да. У нас хоть и собаки дома, но у нас мы моем, у нас не воняет, скажи. У нас порядок. Толь, ну ты успокоишься сегодня или нет, а? Что ты себя так ведешь? Иди Вилю поищи. Оля, отошла в сторону. Спасибо хорошим зрителям. Хорошие комментарии, ну и хорошие комментарии. Неадекватные что-то такое. Я не обижаюсь. Даже себе жить не буду. Жизнь и так сложная штука. Только не готова к жизни. Видите, какая красота?
кому-то будет наесть, нужно надо будет приготовить. Займусь окнами, да. Принесу сейчас эту лестницу. А лестницу тебе ту другую или новую, синюю, или какую дать? Синюю, на синем мне удобно. Сейчас протру стол. У нас же много тоже курят, тут сигарет. Надо подбрасывать. Тут еще много сигарет. Пыли, очень много пыли. Каждый день надо это все убирать. Вот так все. Берем высохли, сейчас я вытру сухой тряпочкой. Вот так. И будет у нас порядок здесь. Скажи, как у нас до сих пор розы стоят, да? Очень приятно. Ну да, розы до сих пор стоят в ведерке. Стоят розы. И с той стороны хризантемы. Ну, пока погода хорошая, то можно порядок навести. Не знать, как дальше будет. Это правда. Может быть, потом похолодает и будет уже холодно. Все-таки октябрь месяц. Ну, окна вымыть надо, потому что дождь был такой с песком, и все окна заляпаны. Сейчас быстренько протру. Какой-то вообще странный дождь. Даже дождь падает, и машина в песке. Ну, это же где-то идет же, наверное. Как раньше, помнишь, когда-то много лет назад, я помню, были мужчины по географии учили, то дождь, красный дождь был тоже где-то набирает этого. На зиму потом поснимаем от комаров сетки. Зимой нам уже не надо они. Чуть-чуть. А то что все. И паутина. Цветочек надо начать взять. Поставить лестницу сюда. Реально наша там лопает. Уже домой зашла. Я думаю, что у нас спичка, она поставлена, у нас пищит, она сама включается. Не знаю, она будет посмотреть. Надо мастера вызвать. Смотри, только не упади. Ну да. Поддержите, чуть-чуть помойте. Далеко не упадешь. Какой-то добрый сидник. Помыли одно окошко. Сейчас пойдем другое помою. Быстренько на террасе. Вот так. Окна часто мы, у меня порядок. У меня окна практически каждую неделю. С той стороны каждый день вытираю окна. Я не люблю, когда окна грязные. Что это окно грязное? Очень грязно. С той стороны особенно. Я вот сегодня с утра в своей комнате вымывала. Я держу лестницу, не переживай.
Давайте я лучше другую лестницу дам. Помню, когда-то в Италии, когда я работала, и пришла до одной женщины старше. Она после упала где-то, короче, в магазине. Ну, никогда, ей 82 года, то женщина такая классная, мировая, готовит, убирает тело, все сама делала. Ну, упала, и нужно было, чтобы туда упала. Никогда я не забуду, как окна она мне попросила вымыть. Я пошла. А то 9-й этаж, она как увидела, что я так села спокойно, она сразу же за сердце схватила. Не-не-не, у нас был такой случай, говорит, не, лучше, говорит, так не садись. А потом там же самое, когда у нее работала, этот индиец взял, у него были какие-то долги, с 8-го этажа выкинулся при мне. Но, слава богу, живой остался, только получил ушибы, переломы, но не насмерть. Это то же самое у нее было. Слушай, крик такой, как раз окно было. Да. Боже мой, каждая история, даже с окном и той истории. Ну так, видишь, уже будет чистенько. Интересно, а мы с тобой на зиму будем снимать сетки? Да, конечно. А зачем их они нам? Их надо помыть. Нам не нужны, мы их снимем. Я их помою, пыли, потом да. Сложу. Положим черный мешок их. Мы помоем, они высохнут, положим черный мешок. Угу. Ну все, теперь еще снова с той стороны. С той стороны. Ну пошли, я тебе помогу.